в рамках предстоящих 29-х международных рождественских образовательных чтений «Александр Невский. Запад и Восток. Историческая память народа» с 24 по 27 января уже в 11-й раз будет организована работа казачьего направления «Церковь и казачество. Пути воцерковления и сотрудничества». Большая часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Цель казачьего направления – содействие сохранению традиций и обычаев казаков, проживающих в разных странах. Актуальная информация о казачьем направлении международных рождественских образовательных чтений размещается на сайте Синодального отдела по взаимодействию с казачеством. Всем участникам этого направления необходимо зарегистрироваться до 15 января.